В этом ролике хотелось бы рассмотреть тему именно облаков. Как добавить облака именно под наш купол, в нашу сцену для съемок. Да? Blender 2.79, здесь есть аддон, который поможет нам это сделать, сгенерировать облака. В 2.81 я что-то его не нашел, пытался скачать, возможно, еще нет его. Файл открываем, User Preference открываем, находим аддоны, это вот здесь. Если вам нужно переключиться на русский язык, то заходите в систему и нажимаете вот здесь International Fonts, будет русский язык, вот так вот, раз. Нажали, все на русском, отжали, все на английском. Здесь вот сохранение надо делать. Так, нажимаем аддоны, находим аддоны Object, и вот он, Object Cloud Generator. Генератор облаков. Здесь вот человечек, это значит, что этот аддон сделал именно человек. А если стоит значок Blender, то это именно аддон вот этого фирмы Blender, или как она называется, программы Blender. Так, вы нажимаете, ставите галочку, жмете Save User Setting, сохранить, и закрываете все это дело. Вот у нас есть куб, единица на нампаде, давайте его расширим S, вот так вот побольше, или S поменьше, SX можно вытянуть вот таким вот образом. Ну и посмотрим, как из этого всего получится именно облако. Да? Так, вот это я пока чуть в бок уведу. Заходим вот этот grid, находим, мотаем, находим cloud генератор, мотаем, и вот есть сгенерировать облако. Нажимаем сгенерировать облако. Вот такое получается неказистое облако. Теперь нужно открыть вот эту вкладку боковую, переключиться здесь именно на UVS Image Editor. И теперь можно Render, Render Image нажать. Сейчас мы посмотрим, какое получилось облако. Происходит именно рендер и ждем. Получилось вот такое облако. Прикольное, маленькое. Теперь давайте рассмотрим, как все это дело сделать более-менее прикольное облако по-другому. Жмем файл, находим New, жмем Roland Start. Да мать его, да что ж это такое. Сейчас я переключусь на русский язык, наверное, и буду уже по-русски вам говорить, а то что-то все басурманские, да басурманские языки уже надоели. Так, вот опять мы имеем вот эти кубы. Жмем SX, вытягиваем куб, находим создать вот это. Да, создать, вот эта клавиша, мотаем. И Cloud Generator, находим вот эту вот опять функцию и жмем не статус, а жмем кумуляция. Кумулоус. Там мать твою. И что теперь делаем? Shift-D, вытягиваем еще вот так вот квадрат, жмем S, как-то его тут уменьшаем. SX. Как-то сужаем, где-то G куда-то его засовываем, Shift-D еще как-то его генерируем. Теперь как-то S, Z расширяем вот таким образом, S, X вытягиваем вот так. Ну вот боком теперь Shift-D ставим как-то облако сюда. Ну вот что-то в таком духе. Теперь Shift-D ставим его вот сюда. S уменьшаем. Теперь Shift-D вытягиваем вперед. Так вот. S уменьшаем. Shift-D вперед вытягиваем. S уменьшаем. Ну получается вот такая вот штука. Shift-D. Вот сюда его помещаем. G подгружаем поближе.
Shift D чуть-чуть пониже. Ну вот получается вот такой набор у нас. Так, давайте теперь подгадаем свет. Так, это вот здесь кубы, кубы, кубы. Лампа. G. Вытягиваем лампу вот сюда. Shift D. Еще одну лампу копируем. Поднимаем ее G чуть-чуть вот так вот повыше. Так, ну и Shift D. Третий источник света добавим вот здесь вот внизу. Ну, где-то вот так вот. Теперь давайте поработаем с камерой. Нажмем, сбросим выделение. B, выделяем камеру. Тройка на нампаде. Семерка на нампаде. Shift, зажатое колесико. Теперь R. Так вот, таким вот образом. Английская А, сбрасываем выделение, B, выделяем камеру опять, R, перекручиваем ее, вот так, G, вытягиваем вот сюда вот посередине. Теперь можно ее молом чуть припустить, единица на нампаде, R, чуть-чуть ее выровнять камеру, ну, вот таким вот образом. Теперь R немножко ее кверху поднять и G увести назад 0 на нампаде. G, вот так все дело подгадываем. 0 на нампаде нажимаем. Нампад это опять же под правой рукой клавиши типа калькулятор. Вводим сюда вот так в бок, можно прибавить. Теперь вытягиваем боковую панель. Еще одну. Заходим, делаем редактор UV изображения. И теперь делаем визуализация изображения. Вот такая штука получилась. Вот так вот падает цвет. Ну и давайте теперь все это дело сгенерируем. Да? Cloud генератор. Так, выбираем. Сбрасываем выделение. B английское выбираем. Вот такая штука. Ну вот выбран теперь объект. И жмем сгенерировать облако. Все, облако сгенерировалось. Так, один куб не выбрался. Сгенерировать облако полностью. Все, теперь выбираем опять же визуализация, рендер, рендер изображения. Ждем, смотрим, вникаем. Вот такой рендер, вот такое вот получилось именно облако. Теперь давайте сохраним вот это облако. Жмем файл и жмем экспорт формат FBX. Находим, допустим, рабочий стол и так пишем, тут теперь вверху никак не сосредоточусь. Рабочий стол. Пишем облако. И экспортируем на рабочий стол. Теперь вот это облако можно подгрузить именно к нашей сцене и установить под звездным небом или просто под небом дневным. Вот уже Blender 2.81, и давайте сюда подгрузим наши облака. Облако точнее. Так, импортировать файл FBX. Рабочий стол. И находим вот облако FBX формат. Вот вы видите, что здесь появился вот такой вот куб.
и он не является облаком. G. Вот у него есть источники света. Но в Blender 2.81 он не является именно облаком. Ну, давайте посмотрим, зайдем в правку, найдем настройки. И посмотрим аддоны, напишем Object. И вот вы видите, что здесь этого аддона нет, поэтому облака будут выглядеть вот так. Надо искать этот аддон, если он есть для 2.81 или 2.83, возможно, он там уже присутствует. Ну вот, надо все это дело смотреть, искать. Или уже забрасывать вот эту нашу сцену именно в 2.79 и там уже как-то это дело все делать. Добавлять облака. Информацию еще по этой теме буду искать. И если что-то найдется, то я уже выложу ролик и уже дополним нашу сцену. Ну а пока вот квадрат. Все, всем пока, до свидания.